Сегодня утром. Что у нас 7 должно быть. Ноября 2021 года. Перед богослужением. Господь нам великие дары дает. Раздавать надо сегодня общее собрание. Годовое должно быть. Я думаю, что-то у вас друг. Вот так, я там покажу. Нет, я уже беру. У меня дома есть здесь. Часто бывает это. Это что-то тут втихаря все рассматривает. Я говорю, Володя сегодня говорит, приучила рыбу, так говорит, приплывает. Когда она успевает это все сделать на воскресенье? Вообще... Дай-ка накануне все. Ну, для тебя особо. Я говорю, может, у вас там занятия можно провести? Она говорит, я с удовольствием. Ну, еще. Ну, опять же. Я давно... Ты из рук не выпускай. Вся ставка на последнюю. А ну-ка гляньте по часам, сходится, нет? У кого время есть, посмотрите на часы, сходится, нет? Сходится. Ну, ну и все тогда. Ну их немного, но они вот так еще и меня опаздывают. На минуту опаздывают. Купить ее нигде, ее нету в продаже. Сейчас и холодно, и она продается та, которая для длительного хранения. Это Малыш Мирон. Малыш Мирон, мир тебе. А это тоже Елена сидит. Мир тебе. Маслом. Что сегодня опять нужно как поднять шатун? Я сегодня на годовой, я принес. А Малыш Мирон. И вот, значит, я с ней договорилась, что я у нее один вилок покупаю. А тебе знаешь, что такое медведь шатун? Нет, а? Не надо, потому что у меня есть. Знаешь, ну, счастливая. Он ходит, шатается. Полезно. А есть-то нечего еще. Перед тем, как войти в церковь, сейчас через 5 минут будут заходить. И дальше шатаем. За 7 минут полная тишина стоит. Молимся, благодарим за прошедшее время. Вот без 7 должны войти уже. У меня сын сильно болеет. Ох, и тяжко мне. Сын болеет. Давайте что-нибудь поесть. Этим. Ты сделал эпиграф такой. Капуста. И невестка. Невестка мне, у меня сильно болеет. Игнатий Тихонович подарил три венка. Невестка сильно болеет. С Володей. Везде у нас места писания. Куда не глянешь, как. Общего евангельского. Благовестническое. Мало-мало людей. А благовестие по всему миру до края вселенной дошло. Да, подвигает иногда, да. Но не так уже сильно. Такая даже малые дети как одеты. И как у старообрядцев. Полголовы раздетые, пока замуж не выйдет. Нет, здесь он делает, на скорую, они поднимаются, на, он ставит их там, поднимаются. Любую, посмотри, все. У всех одинаково. Форма какая, платье. Здесь их поднимают. А то ничего не значит внешне. А внешне, вот даже малые дети, посмотри, какие у них юбки. Все имеет значение. Это у нас сокровище главное. Тебе капустки не надо. Да мне спасибо. 38 томов книг за 9 лет. И еще 7 в интернетной версии. Я не потащу. Марина болеет. Да, кашляет. Вот это красивое. Все до одного человека такие. Специально наблюдатели, чтобы все было. Платье не... Так, все, можно заходить. Пойдемте. Не ниже 10 сантиметров. Заходим, что-то, осталось полтора минуты. Что-то раньше времени, на 3 минуты. Готовимся. Учись, студент. Мужчин пояс обязательно. Женщина, платье.